Попробовав один раз эти блины, вы обязательно их полюбите. Пышные и очень вкусные, сухие и хорошо пропеченные. Кушать их со сметаной и чесноком сплошное удовольствие. Итак, рассказываю, как приготовить блины из цветной капусты на кефире. Ничего сложного или необычного в рецепте нет, нужно приготовить не очень густое тесто и добавить тертую капусту. Так как в составе блинов есть манная крупа, то нужно минимум 20 минут дать тесту созреть, чтобы манка разбухла и быстро приготовилась на сковороде. Кто не любит цветную капусту, тем более советую приготовить блины, полезно и вкусно, а вот капусты вы просто не почувствуете. Пробуйте. 1. Подготовьте продукты. Кефир выбирайте на свое усмотрение, с жирным вкуснее, блины пышнее получаются. Идеальный вариант – самоквас из домашнего молока. 2. В глубокой миске соедините все ингредиенты, кроме капусты. Перемешайте хорошо, чтобы не образовались комочки. Я все отмеряю электронными весами, поэтому если следовать рецепту, у вас обязательно все получится так же вкусно. 3. Цветную капусту промойте, обсушите бумажным полотенцем и натрите на мелкой терке. Введите в тесто. 4. Хорошо перемешайте тесто для блинов и оставьте на столе на 20 минут. 5. Разогрейте хорошо сковороду, чугунная отлично подходит для жарки блинов. Раскаленную поверхность сковороды смажьте маслом с помощью кисточки, половником наливайте тесто. Чтобы было удобно переворачивать, блины я жарю в большой сковороде, не доходя до края по пару см, чтобы переворачивая не повредить блин, они ведь не тонкие. 6. Огонь ниже среднего, жарьте до золотистого цвета. 7. Блины из цветной капусты на кефире готовы. Подавайте со сметаной, чесноком и зеленью. 8. Приятного аппетита!